bitch ass bullshit. Первый этаж и его двери стали открываться, случилось то, что я ожидал меньше всего. Там стояли гопники. Ну что, голубчик, попался? Someone wants to be knocked out and molested! Would you open your fucking eyes? No, Count Dumbfuck. You socialists think that you can kill America, but... supposed to be scared of you? Damn, watch out!
Tell me, motherfucker, again. Go on! Ты дурачок! Слышь, а ну иди сюда! Где я? Паша, ты у меня дома. Мне нужно встать. Нет, лежи, отдыхай. Храбрец мой. Короче говоря, первое свидание. Ребята, а пока Ангелина залечивает мне раны, подписывайся на канал, ставь лайк, пиши в комментариях, есть ли у тебя вторая половина. Зачем они это сделали? А самое главное, зачем они украли мой телефон? Я зашел домой и сразу же отрубился.